Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Анастасия Павличенкова продолжает побеждать на международном теннисном турнире. Сборная Самарской области пробилась в финал России по пляжному волейболу. Две золотые медали привезли самарские гребцы с чемпионата страны. Самарские гребцы стали чемпионами страны на лодках «Дракон». Золотые медали завоевали как мужская, так и женская команды. К тому же девушки прошли квалификацию и на чемпионат Европы. Соревнования пройдут в Венгрии в начале июля. Самарские пляжные волейболисты вышли в финал первенства страны. В Нижнем Новгороде тандем Максим Иванов-Кирилл Хохлов успешно прошел квалификацию и стал первым. А в Самаре на родном пляже удача улыбнулась девушкам. Александра Пантелеева и Алина Михайлина не только сыграют за национальный титул чемпиона, но и поборются за медали летней спартакиады учащихся. Продолжает побеждать и Анастасия Павличенкова. Самарская теннисистка на чемпионате в Истбурне вышла в третий круг соревнований. Накануне она в трех сетах обыграла бельгийку Элис Мертенс со счетом 3-6, 6-4, 6-1. За выход в четвертьфинал Павличенкова сыграет с Хитер Отсон из Великобритании. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой!